Здравствуйте! Сегодня мы будем учиться вязать столбики с тремя накидами. Набираем цепочку воздушных петель. У меня уже набрано. На цепочке пропускаем 5 петель. И в шестую будем вводить крючок. 1, 2, 3, 4, 5 в шестую. То есть вот сюда. Делаем 3 накида. Придерживаем. Вводим крючок, захватываем нить. У нас на крючке 5 петель. Мы провязываем 5 петель попарно, то есть захватываем нить и каждый раз провязываем только 2 петли. Мы связали первый столбик с 3 накидами. Делаем снова 3 накида. То есть обвиваем нить вокруг крючка. Вводим крючок в следующую петлю цепочки. Захватываем нить и вытягиваем ее. На крючке 5 петель. Провязываем петли попарно. И так до конца ряда. Мы провязали ряд столбиков с 3 накидами. Если посмотреть внимательно, то на столбиках мы видим косые такие ниточки. И если посмотреть, то видно, что каждая ниточка соответствует накиду. То есть, глядя на столбики, мы можем посчитать, какое количество накидов присутствует в данном вязании. Вот 1, 2, 3. Переходим к вязанию второго ряда. Для того, чтобы нам подняться на следующий ряд, у нас очень высокие столбики, мы делаем 5 воздушных петель. Поворачиваем. Воздушные петли у нас будут выполнять роль первого столбика. Значит, второй столбик мы будем вязать, вводя крючок вот сюда, над вторым столбиком предыдущего ряда. Делаем 3 накида. Вводим крючок в верхние петли, под верхние петли столбика. И провязываем петли попарно. Снова делаем 3 накида и провязываем следующий столбик. И так до конца ряда. Когда мы будем провязывать во втором ряду последний столбик, мы будем вводить крючок в самую верхнюю петельку от петель подъема предыдущего ряда. Вот у нас те 5 петель, которые мы пропускали. Вот верхняя петелька. Мы сюда будем вводить крючок. Вот так выглядит 2 ряда, провязанные столбиками с 3 накидами. Если вам нужно будет связать ряд с 4 накидами, то вы помните, что в данном случае мы использовали 5 петель подъема. Вы будете использовать 6 петель. И так далее, прибавляя на каждый накид по 1 петельке подъема.
На схемах столбики обозначаются так же, как и столбики с двумя накидами. Мы помним, с двумя накидами может так обозначаться или так. С тремя накидами просто добавлена одна перекладинка. Ничего сложного. Сегодня мы научились вязать столбики с тремя накидами. До новых встреч на следующих уроках!